Всем приветик! Вот такая красота у нас сегодня. Посмотрите, какое небо красивенькое. А листва с каждым днем все вот красивее и красивее. Прям яркая такая. Вот там вот вдали вообще, посмотрите, какие прям ярко-ярко такие цвета желтые. Погодка у нас сегодня уже похолодала. На улице всего лишь плюс 3. Прям так прохладненько. А вот так смотришь за окном, красота красотой, да? И не скажешь, что всего плюс 3 на улице. Настёна продолжает лежать, болеть. Посмотрите, что она сделала с гипсом. Завтра нам на прием. Вот так вот она его разрисовала весь. А это кто здесь? Это кто здесь намылся? Ты что весь взъерошенный, а? Ты почему весь взъерошенный? Вот Пуша наш как подрос. Он все моется у нас и моется. Все чистоплотный, все моется. Красавчик. Пуша, ну ты хоть часто не мойся, когда тебя снимают. Кусачка, кусачка. Красавчик мой. Вот как думаете, у нас врач что скажет? Скажет, боже, это что такое? Что это? Ну, ребенку нечем заняться. На больничном лежит, ничего не делает. Вот. Занимается вот такой вот ерундой. Настя достала всех своих скрепышей. Все сидит, пересчитывает. Это скрепыши, вот они, те с магнита, которые. Настя, что-то ты все просто на себе взбудоражила. Вот они, с магнита. Скрепыши эти. Вот она все сидит их. Прикрепляют друг к дружке. А я здесь уборку сейчас буду делать. Настя вон пишет. Дни, зачеркивает дни до Нового года. Сколько дней осталось. Высчитывает, да, Настя? Подарок ждет на Новый год. Сидим в больнице. Пришли с Настей на повторный прием. Уже мы будем заходить в больницу нашу. Сходили мы на прием. Уточнила я у Насти, какой перелом. Перелом у нее стопы пятой плюсневой кости. Вот это как раз таки сбоку, который вот от мизинчика идет вот эта кость. Почитали в интернете, что это очень, как сказать, тяжелый перелом, что могут быть последствия, что при переломе сразу же нужно прям вообще ногу не шевелить, ничего. Так что то, что ребенок поднимался на третий этаж, это уже дало о себе знать. На прием нам еще через неделю, на следующий. Вот. Так что вот такие дела. Сейчас поехала в магазин в Доброцен заехать кошкам купить наполнитель для кошачьего туалета. Там он дешевый. Что-то я не вижу, где он, кошачий-то наполнитель. А, это мы в светофоре ходили, он здесь был, с этой стороны. Он должен быть, наверное. Возьми ей такие подушечки. Нет, возьми. 65 рублей, 66. Детские соки. Соки, вон, смотри, 10 рублей. Маленькие. Вон, смотри, чай Тесс. 141 рубль. Большая, 100 пакетов. Это же обычный черный. А, с чабрецом.
и цедры и лимона. В общем, здесь есть все, кроме кошачьего наполнителя. Он как раз таки закончился. Магазин дешевый очень, цены дешевые. Но как-то по продуктам мы здесь не покупаем ничего. Кошачье вот. Покупала здесь еще всякие чистящие. Там для ванны, для туалета. Вот такие чистящие порошки, средства покупала. А продукты как-то не покупали. Сыр еще, вот сыр. Брала здесь сыр недорогой. Ну, как бы и нормальный, качественный. А так... Все, наверное, ничего не надо. Да, печенье мы сегодня уже набрали. Здесь печенье коробками продают. В общем, вот так вот. Кого? Конфеты, в общем, здесь все есть. Конфеты, там дальше колбасы, вон там за шторкой. Алкоголь. В общем, нам ничего больше не надо. Мы поехали на поминки сегодня брату. 15 лет с дня смерти. Время 6 вечера, но у нас уже вон темно. Меня вообще практически не видно. Уже вечер, бурлит мой борщ. Что-то не краснеет. Вот такая свекла в этот раз попала, что не краснеет. Как-то не сильно красная. Вот, и я обычно, как, сколько беру, она вся красная попадается. Томатную пасту не ложу, потому что у нас изжога томатной пасты. Пирожок готов уже наш любимый, картошечка с мяском. Настя уже отрезала кусочек пирожка. Вот, выпал у нас первый снег. Но он, конечно же, еще растает. 23 октября. Вот такая у нас погодка. На улице +2.